Я бы очень хотела, чтобы это было для популярности, но, к сожалению, за 10 дней до свадьбы родственники моего жениха устроили скандал и подняли на меня руку. Естественно, свадьба сорвалась. Дело в том, что с женихом мы решили, что свадьбы у нас традиционно не будет. Мы отведем родителей в ресторан и уедем в свадебное путешествие. Но его родственники сказали, что мы обидимся и мы очень хотим свадьбу. Ну и в итоге мой жених поддался уговорам своей семьи и сказал, что будет брать кредит на свадьбу, так как накопления у нас не было. Но я прекрасно понимала, что кредит станет семейным после свадьбы, поэтому я всячески ему противилась, потому что работать я кредиты придется. Просто ненавижу. Ну и в один из вечеров мы приехали к его семье для того, чтобы обсудить кое-какие детали свадьбы, где был его пьяный брат, который начал оскорблять меня и мою семью за то, что они никак не участвуют в финансовом обеспечении свадьбы. И вот тут началось самое интересное. Начался скандал. Брат начал драться с женихом. Родственники, да? Начались разборки. Его мать начала меня обвинять в том, что я слушаю... Больше я не могу дальше слушать этот бредятину. Вы представляете, вот там только, чтобы еще все друг с другом перепиндорились, блин, было вообще просто красота. Эти драться, эти кредит на свадьбу, вот это все, вот это кубло. Господи, просто воротит от этого все, вот эти свадьбы, вот это... Ой, боже мой. Ребята, пишите комментарии. Я надеюсь, что у вас это все вызывает такие же рвотные позывы, как у меня. Эти свадьбы, кредиты, драться с женихом, с невестой. Это оно все скубло. Все такое. Как-то, знаете, в детстве поднял камень, а там кубло медянок вот таких вот этих гадюк речных. Вот, что-то вот напоминает мне это все.